Москва большой город и большое количество людей, у которых нет родственников или там родственники живут в других городах. Некоторым людям тяжело без помощи. У нас есть база болельщиков, у которых есть клубные карты. Мы сделали выборку именно болельщиков преклонного возраста, которые не могут сейчас выходить на улицу по понятным причинам. Всех обзвонили, у кого не указан телефон, написали. Старались собрать максимально полные наборы на несколько дней продуктов, средств гигиены. Те, к кому едем сейчас, еще скоропортящиеся продукты. Сейчас мы едем к ветерану «Локомотива» Борису Коху. Он играл за «Локомотив» в 60-х годах, провел более 80 матчей. Они живут с супругой здесь, недалеко от нашего стадиона. Когда будут, может быть, приглашать попить чаю, но нельзя переступать порог, потому что старшее поколение не более восприимчиво. И только передать, сказать еще раз спасибо, пожелать здоровья и ехать дальше. Вот этот дом, да? Здравствуйте. Так, заходить не будем к вам, потому что, чтобы здесь скоропортящиеся, здесь... Долгое хранение. Ой, как здесь много. Лекарства и ой, кружечка еще локомотивская. Спасибо вам. И... Боже мой. Спасибо большое. Все. Спасибо большое. Все. До свидания. Петров Борис Николаевич, наш ветеран, провел больше сотни матчей за «Локомотив». У него было 6 апреля день рождения. Едем его поздравить и тоже передать помощь. Будет нас ждать. Здравствуйте. Здравствуйте. Руку не жмем, говорят, не заходить. Да? Здороваться нельзя, да, а то переносчик сейчас. Иди сюда. Оп. Вас с прошедшим днем рождения. Самое главное – здоровье. Если что-то надо будет, мы тебе звоните и приедем здесь рядом. Все, всего доброго, еще раз днем рождения. До свидания. До свидания. Удивительно, как... Человек выглядит 82 года, может выйти еще на поле и сделать результат. Болельщик «Локомотива», ей 71 год, и вся семья болеет за «Локомотив». Такие активные наши болельщики. Постоянно ходят. Здравствуйте, «Локомотив» приехал. Ой, хорошо. Ой, ребята, вы что? Спасибо. Вы комплевит еще, да? Да, просили, да. Здесь еще сувенир от клуба. Ребят, мы ваши личные поклонники. Мои дети выросли на этом «Локомотиве». Дед даже был 8 марта последний раз на футболе, когда он вас играл. Спасибо огромное. Не за что. Приходите. Как закончится карантин, приходите. Обязательно. Будьте здоровы. Обязательно. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Спасибо. Удачи вам. Здесь вся семья болеет за «Локомотив». То есть приятно, когда вещаешь по-настоящему. Красно-зеленые семьи. Когда передаешь все это, чувствуешь большую благодарность. Наверное, каждый из нас сейчас должен заниматься чем-то подобным.